Итак, леди и джентльмены, добро пожаловать на кулинарное шоу Wildcat. Сегодня мы приготовим вкуснейшее блюдо из лобстера. Варить мы его будем прямо в раковине. Для начала нам нужны бананы, один хот-дог, обратите внимание, это важный ингредиент, и длинный членообразный батон. У нас есть хороший ботинок. Еще берем милое семейное фото, которое я стащил у соседей. И, конечно, добавим компьютер. Теперь, парни, добавим немного сыра для нача. И последний ингредиент – сладкий хлебушек. Теперь доведем до кипения, и наше блюдо будет готово через несколько минут. О, черт! Ну что, закипело? Да, закипело. Погоди, я что-то вижу. Охренеть!